нужно вам столько много рассказать, потому что здесь такое происходило, меня так накрыло. Причем солнце, космос, все радуюсь жизни, но так скучало по вам, что просто ошалело в одиночестве. Если бы вы знали, как я рада вас видеть. Я всегда говорю, Амина лучше, лучше всех. Я скучаю по вам, мои дорогие, что невозможно ничего прочитать. Я хотела... Ты кто? Я бать драконов! Мы с Сириуса следим за вами. И увидели, здесь такая движуха идет, решили направить агента. Я агент, я бать драконов. Сириус держит все под контролем, давая полную свободу. И я бать драконов. Я бать драконов. Надо подкрепляться. Опа, подкрепление, парни, подкрепление. Ебать дракона! Да. Меня накрывает. Мы едины, но это не все понимают. Для этого надо подкрепляться. Опа, подкрепление, парни, подкрепление! Ебать дракона! Да. Я водички возьму, ладно, что-то мне промочь. Я прям переживаю что-то сегодня, прям меня сушит нереально, если честно. Все, я сейчас подойду. Ну вот я вернулась и продолжу. Как я по вам соскучилась. Так соскучилась, просто скучала, зверела просто. Мне говорят, Амина, когда ты выйдешь уже в эфир? Я говорю, да дайте, подождите, дайте мне отойти, потому что здесь такое происходит, всего не расскажешь.